Что вы можете пожелать молодежи в настоящий праздник, не молодежи? Ну, какое-нибудь поздравление скажите, пожалуйста. Желаю всей молодежи оставаться позитивной, жизнерадостной, несмотря на что. Найти себя в этой жизни, реализоваться, самое главное. Не унывать, не вешать нос, оставаться молодыми, здоровыми. В преддверии Дня молодежи поздравьте молодежь с праздником. Пару слов. Ну, что я могу пожелать молодежи? Счастья, здоровья, благополучия и, надеюсь, финансового благополучия, главное. Успехов во всем. Конечно, без этого никуда. Спасибо. В преддверии праздника Дня молодежи пожелай что-нибудь молодежи от себя, от души. О, ну нынешней молодежи, конечно, побольше бы уважения к взрослым. Отлично. А ты взрослых уважаешь? Я, естественно, уважаю. Для меня как бы... Меня так растили, что взрослых уважать приходится. И это не просто так. Это заведомо. Что же еще можно пожелать? Наглости бы поменьше. У нас больно наглая молодежь нынче. Это тоже присуще им. Ну, естественно, всего такого здоровья, там, от этого прочего, всего, что желают, как всегда. Больше я ничего не могу сказать. Спасибо. Можешь поздравить всю рыжую молодежь, всех рыжих. Иди сюда, не бойся. Всех рыжих вот с наступающим днем молодежи. Пожелай рыжим что-нибудь. Ну, счастья, добра, любви. Рыжим любви, да, и души. Да, и души. Хорош, хорош. Да, молодец, все, спасибо. В преддверии дня праздника Дня молодежи пожелайте что-нибудь молодежи. Поздравьте ее как-нибудь. Что-нибудь пожелайте, да. Хорошо провести лето. А еще? Не мучиться с детьми. Тоже вариант же. С вами мучаются, что ли? С нами нет. Нет, с другими. А, молодцы. А пожелать что-нибудь нашей прекрасной молодежи, как молодой человек. Кому? Молодежи. Поздравьте молодежь все. Зачем? Как зачем? Праздник День молодежи. Не, какой же День молодежи? Ну такой вот скоро праздник ваш. Пожелаете что-нибудь? Я хочу, чтобы никто не болел и был счастливый. Хорошее пожелание. Хорошее. А чем не болели? Простудой. И гриппом. И гриппом, да. Все, спасибо. Пожелайте там. Что хотите? Ну, успехов в жизни. Хорошо отметить этот день, ведь это День молодежи. А вы что-то ждете от этого дня, Дня молодежи? Как-никак это ваш праздник тоже? Какого-нибудь веселья. Веселья. Праздника. Хорошей музыки. Хорошей музыки. Музыка хорошая будет, я вас уверяю. Это вот что, закончили школу, аттестаты? Да. 9 класс? Ох, ё-моё. Удачи вам тогда. Спасибо. Всех благ вам. Ободзинская молодежь это... Круто. Молодец. Поздравьте с праздником нашу абазинскую молодежь. С праздником наша абазинская молодежь. Ну а счастья там, здоровья. Радости, всего, чего побольше, хотят. Побольше, поговорим. Всего побольше, всего поменьше. Поздравьте, пожалуйста, нашу прекрасную абазинскую молодежь с наступающим праздником. Я не умею поздравлять. Да, попробуйте, это не страшно. Не держать или сами? Я сам подержу. Ну, поздравляю молодежь с праздником, желаю здоровья, счастья, ну и долгих лет жизни. Здорово. До пенсии дожить, да? Да. Ну все. И чтобы такая же яхта, как у вас была на футболке. И такие же пальмы, ты там побывали, да? Спасибо, спасибо. Поздравьте нашу абазинскую молодежь с наступающим праздником. О, молодежь, желаю счастья, здоровья. Чего еще? Не пить, не курить. Как? Чтобы работа всегда была. Чем еще можно поздравить? Пожелать-то? Ой, да, для нашей молодежи, вот жена говорит, самое главное – работа. Не, вообще как бы это, чтобы каждый нашел свою половинку, такого же, как он хочет, не пьющую, не курящую. Поздравь нашу абазинскую молодежь. Поздравляю нашу абазинскую молодежь. Скажи, чтобы побольше читали там. Читайте побольше, пейте поменьше. Да. Поздравляю молодежь абазинскую не только с Днем молодежи, а желаю успешного пути по жизни, всего доброго, любви, отваги, не бояться встречного ветра, чтобы вы всегда во всем имели успех и всего доброго. Спасибо. Ну, пожелать что-нибудь. За здоровый образ жизни. А еще что? Чтобы хорошо все сдали экзамены, я знаю, что... Так уже почти все сдали. Ну, 10 класс еще не все сдали. А-а-а. Не знаю.
студент, то есть сессия. Да-да-да. Ну да, да. А базинская молодежь это? Спорт и знания. О, молодец. А теперь поздравь молодежь. Поздравляю молодежь с окончанием учебного года. Желаю всем хороших аттестатов и веселого провождения каникул. А как ты относишься к музыкалке? Ненавижу. Веселый выпускной в твоем понимании это как? Без алкоголя, да? Нет, наоборот. Честно. Поздравьте, пожалуйста, молодежь Абазинскую с наступающим праздником, Днем молодежи. Поздравляем с праздником, Днем молодежи всех жителей Хакасии, всей России. Угу. Так, как будете проводить, как отмечать праздник будете? Я даже не знаю. Ну, даже никак не думали, что ли? Может, пойдете на площадь сходите, там группы приезжают, рок-группы. Может, сходим. Угу. Какую музыку вы хотели? Вы рады, что к нам приезжают вот 5,5 рок-групп? Да. Да. Вам нравится такая музыка? Да. Друзья, поздравьте, пожалуйста, нашу прекрасную, чудесную абазинскую молодежь, то есть сами себя, с наступающим праздником, Днем молодежи. С Днем молодежи вас всех, молодежь всякая. Молодежь, ага. Всякая, превсякая, да? Я поздравляю в честь, поздравляю себя, моего друга. Ну что, молодежь, она молодежь, гуляет, все. Какая-то часть наркотиками занимается, какая-то часть здоровый образ жизни ведет. А ты знаешь конкретную молодежь, которая занимается наркотиками? Не, конкретно не знаю. Сам не занимался, нет? Нет, сам не занимался. А ты к себе к молодежи причисляешь? Конечно. Да? Сколько тебе лет? 14. О, здорово. Поздравь нашу абазинскую молодежь с наступающим праздником. Поздравляю нашу абазинскую молодежь с наступающим праздником. Желаю здоровья хорошего, счастья, ну и любви. Больше. Любви, да? Да. Чтоб все друг друга любили. Да. Здорово.